Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я провожу розыгрыш призов конкурса номер 4 под названием «Решите кроссворд и выиграйте электроизмерительные клещи» от компании «Санель». Напоминаю, что компания «Санель» — это официальный спонсор данного конкурса. В качестве призов были отобраны самые яркие и популярные представители модельного ряда цифровых электроизмерительных клещей серии CMP. Или СМР по-русски, то есть СМР 2000, 1006 и 400. Их краткие характеристики я приводил в статье про конкурс. То есть нужно было разгадать данный кроссворд, затем составить ключевое слово, которое выделено в синих клеточках кроссворда. После составления ключевого слова необходимо было отправить мне письмо с темой конкурс номер 4, указание фамилии, имя, отчество и обратного адреса для связи. Если ключевое слово было угадано верно, то участнику присваивался порядковый номер, и он автоматически добавлялся в общий список участников. Для наглядности и чистоты проведения конкурса общий список участников я разместил в статье. Ну, вот вы видите. Самый первый прислал ключевое слово Искаков Ильнар Ахатович. И так далее. Вот. Как видите, в конкурсе зарегистрировано 213 участников. Вообще мне ключевое слово прислали около 270 человек. Но в связи, как я писал в своем комментарии, мы посовещались с представителями компании «Санель» и решили несколько ограничить конкурс по количеству участников. Итак, сегодня 2 декабря 2014 года. И с помощью генератора случайных чисел я буду выбирать трех самых эрудированных и удачливых участников конкурса номер 4. Которые станут обладателями трех современных цифровых электроизмерительных клещей от известной компании «Санель». Выбор победителей по случайному алгоритму я выполнил специально. Я сделал специально, чтобы шанс испытать удачу был у каждого, независимо от скорости выполнения конкурсного задания. Итак, приступим. Вот сайт runstaff.ru. Здесь имеется скрипт генерации случайных чисел. Как я и говорил, в конкурсе у меня участвует 213 человек. Поэтому я выбираю диапазон от 1 до 213. Итак, поехали. Число 76. То есть это человек, который занял первое место. Ищем человека под номером 76. Это у нас Линник Дмитрий Алексеевич. Становится обладателем цифровых электроизмерительных клещей от компании «Санель» СМР-2000. Так, себе запишу. 6-93. Номер 93. Под номером 93 у нас зарегистрирован участник Мария. Мария становится обладателем электроизмерительных клещей СМР 1006. Поздравляем Марию. И последний победитель под номером 200. Такое ровное число. 200-й номер — это Антон Некрасов, который становится обладателем клещей СМР-400. И в завершении хотел бы еще раз поздравить победителей конкурса. Это Линника Дмитрия Алексеевича, Марию и Антона Некрасова.
Я с вами свяжусь в самое ближайшее время и объясню, как получить выигранные призы. Всем еще раз спасибо за участие. До новых встреч!